Для тех, у кого YouTube сейчас плохо работает, лагает, тормозит и так далее, я решил завести Boosty, где я буду выкладывать свои новые и постепенно старые видео. То есть я и на YouTube по-прежнему буду выкладывать до конца видео, также и здесь, для вашего удобства, у кого уже плоховато он работает. Но я бы советовал бы и тем, у кого до сих пор, как у меня, нормально работает YouTube, тоже подписаться, чтобы мало ли у вас был доступ к моему контенту, и в целом, чтобы мы с вами не потерялись. На всякий случай, я думаю, не помешало бы. Это бесплатно, но вы также можете и подписаться на мой канал платно, поддержав тем самым меня. За это вы будете упомянуты в каждом видео, на стримах и на шапке канала. Ссылочка будет в описании и в закрепленном комментарии. Так же, как и на мой телеграм-канал, где выходят всякие новости канала, прочие анонсики, прикольчики и в целом моя жизнь. В будущем планирую выпускать также новости и по фандомам, в которых я состою. Так что рекомендую подписаться. Ссылочка будет также в описании и в закрепленном комментарии, чтобы мы с вами не потерялись в случае чего. Сегодня в нашем видео мы будем оценивать каждую суку из отеля Хазбин. Давай оценивать, господи, как давно вы не видели с тобой Кару, сука, лет... Сколько зим? Мы будем показывать только тех сучек, которые имеют... Да, это видео уже, не знаю, сколько месяцев назад вышло, уже больше. Только сейчас сделаю реакцию. Не удивляйтесь. Да-да, не удивляйтесь. Или время на экране, или их показывали. Но не упоминает вот так, что они должны быть легальными. И запомни. То есть, нефти здесь не будет? Или кого? Или нефти... Подожди, нефти сколько ей лет? Она считается легальной или нелегальной? Ну, вообще, она как Лоля выглядит. Блин, мы же смотрели с вами видео Содринга, я не помню, сколько ей лет там. Там же вроде Содринг говорил. Ай, ладно. Хочу еще напомнить, что в эту субботу, 10 августа, будет стрим, где буду проходить кейс Animatronix 2 Survival. Глава 1-4 полностью. В 14:00 по МСК. Запоминайте. Приходите, буду всех ждать. Что забыл. Это наше субъективное, нахуй никому не нужное мнение, если вам что... НАШЕ?! Ну, Элют, интересно, что ты с пробеги тогда скажешь. Если не нравится, пишите в комментарии, в общем, да. Ну, я так понимаю, это снова очередной перевод от Икаруса, ну ладно. Так, Зевокс перевел, чтобы вы подписывались на канал. Я там должен подписываться, слушай! В общем, давай начнем с номера. Ты издеваешься? Сэр, я хотел бы уточнить, что Вокс и Аластер сами выбрали персонажей. Так же в рейтинге учитывается характер, чтоб ты знала. Ну, ты очень преданна, ты хороша собой. В общем, очень сильный солдат. Я думаю, ты одна из лучших. И у тебя большие... И яйца. Я думаю, сиськи. Ну, короче, люд с подвохом, я понял. Раньше была вагина самая лучшая, а теперь он вместо вагины, ну, люд заняла ее место. Окей. Спасибо, сэр. От вас это звучит как очень хороший комплимент. Я да вообще зашибись. Уважаю ваше мнение. Я очень хотел бы услышать. Где? Чё? Гандон, ты же сказал столько много хорошего обо мне. Это что, ничего не значит? В конце первого сезона ты помахала Руськой. Мне плевать, насколько ты горячательна. Без руки ты сестерка. Нахуй пшо. Ну да, без одной руки, конечно, будет тяжелее. Что-либо делать, всякие разные вещи. Рабочие. Ну, ах, господи, я не об этом, о чем подумали. Следующий. Блядь, опять он хрюкает, сука. Ты чё, блядь, издевайся надо мной? Нет, но ты заслужил. Она, блядь, мой босс. Да что, ну, ты? Давай надеяться, что она не увидит это видео. Ну ладно, у нее здоровая накатанная зопа. Согласна, сэр. А ещё она плотно... Согласна. Дуска. Я бы ей дал высыбал, но... Да скажи ты уже! Эта сучка ёбаный психопат! Она постоянно пиздела своему народу и надела нас... Ну теперь точно надеюсь, что она это видео точно не увидит. Мы занимались грязной работенкой. Так что, эта сучка четверка. Красава, Адам. Простите, я знаю, что она хотела всех защитить. Не все такое, но это слишком даже для меня. Точно. В общем, просто напиши комментарий, согласитесь со мной. Господи. И нет, очень интересно. Мне, честно, даже озвучка Люд больше нравится, чем Адам, если честно, мне она больше смешит почему-то. В следующем списке Камила Кармайн. Что за ёбаная Камила? Срань господня! Думаю, она оставила хорошее первое впечатление. Правильно думаешь. Кто она? Она лучше... Я, знаете, мне кажется, Кармайн на лучший перс для фуд-фетишистов. У нее же там большой акцент на ножки там у нее идет, поэтому... Фуд-фетишисты... Кармайн, ваш вариант. Сооружение к воду. У нее две дочки. Подожди, а есть реально арты с Кармайн, где там фуд-фетиш присутствует?
Я там что-то такое не видел, если честно. Чирим, и во время очередного... Я всякое видел, но такое нет. ...нового истребления она убила одного из наших солдат, защищая их. Ну, это достойно. Я сопротивляю 10. Адам, ты чё, охуел? Ничего себе. Только она защищала своих дочерей и делает оружие. Она твердая 10 из 10. Почему 10? То есть мы определяем девок из Хазбина по характеру и достоинству, чем по сексуальности? Нет, я не против, просто я такого от Адама не ожидал, честно говоря. Ты бы ее трахнула! А, тогда поменяй оценку на 11. Согласен. Следующая в списке Сьюзен, и она... Что это, блядь, такое? А, да, она каннибал. Сколько ей? Возраст не имеет значения, Люд, я уверен, что она хорошая дом... Как говорится, женщина прекрасна в любом возрасте, как говорил один разволосый паренек. Блядь, девушка. В том-то и проблема. Карточный, скажем так. Но это не так. Оу, но четверка? Может, двояк? Давай возьмем посередине. Три. Пойдет. Кто дальше? Пойдет. Ну, в общем, ее зовут королева каннибалов. Рози. Рози. Ну, эта леди прям как хорошее вино. Ну, она такая, да, она такая аристократка такая. Но в ней что-то есть. Просто, когда смотришь ей в глаза, так проникаешься. Слушай, как молоко. Просто как в черные дыры, просто уходишь в них буквально. Я дам ей твердую семерочку. Но, сэр, это же выше, чем у меня. Хватит пить. Ну, то есть, она хорошая, как Дентина. Ладно, только я забыл упомянуть, что она постоянно пыталась сожрать своего мужа. Не важно, пусть будет 5. Там есть, сука, место. Да что, блядь, с собой такое сегодня? Пофиг. Хорошо бы себя чувствовал, если Вокс получил 8, а ты 6. Да хуйски, я бы разозлился. Тогда заткни треборезку и оценивай черейбомб. О, мне нравится ее стиль. Напоминает плохую суку, и мне это нравится. К сожалению, в записях не указано ее место обитания. Вокс указал, что она бич. В плане... Бич. Голов. Также в записях говорится, что она наркоман. Бич в плане то, что она живет на пляжу? Анка. О, блядь! Воистину, блядь. Ой, да ладно! Каждый... В аду и не такое бывает. Я уже умалчиваю о факте, что она состоит в моногамных отношениях. Что такое моногамистические? Не моногамистические, а, короче, сучка нелояльная. Знаешь что? Характер у нее хуёвый. Но может кому-то понравится, ну, под пивко там, не знаю. Под пивку, согласна, блядь. Согласна, но мы оцениваем, исходя из наших предпочтений. Характер прям пиздец, как все испортил. Котовуха бы одобрила. Так что, я даю четверочку. Я думаю, вам это понравится. Только за характер. Убей эту хуйню с экрана. Аластер сказал, что Нифти не обладает полностью независимым сознанием. И живет, чтобы убираться, убивать и служить. А еще вроде бы она легальна. Я не помню, напишите, сколько лет Нифти? Я просто не помню, сколько ей, 20? По-моему, ей 20 с чем-то. Но выглядит она как будто ей 8, если честно. Ага, да ладно, блядь, я сам не понял будто. Пусть ебется отсюда. Но, сэр, нам нужно оценить рейтинг. Один, и лайфинг один. Пусть эта сука съебется отсюда. Хорошо, Да ладно, если бы Адам что-нибудь там с Нифти сделал, я думаю, ему бы ничего не угрожало бы. Все-таки он же первый главный... Ой. Он первый человек. Какой? Ага, пусть тебя проткнул 20 раз. Сука, я... Он гей-порно смотрит, зная Энджела Даста, поэтому что говорить. Я порвала свою руку, что... Хотя нет, конечно, это пожестче. Но все равно, я думаю, Адам бы нашел бы, как выкрутиться даже из подобной ситуации. Чтобы тебе помочь. Откровенно говоря. Блять! Я забыл об этом. В общем, следующая в списке мисс Кэти Киллджой. Лучший репортер ада. И, судя по голосу, с подвохом. Психопат. Социопат. Убийца. И обвиняется в нескольких случаях издевательства над своими коллегами. Вот знаете, если бы у нее были еще... Ну, я бы сказал, она похожа даже на каннибалы. Если бы у нее только еще черные глаза были бы. Господь на палке! Тут есть кто-нибудь хотя бы немножко напоминающий невинного? Исходя из записей, два последних персонажа оцениваются довольно-таки невинно. Чарли, например, наверное. Я дам ей пить! Хотя Адаму она под конец все-таки раздать смогла там своим трезубцам. Дорку только за ее фамилию, Киллджой! Согласна, сэр. Сколько там у тебя осталось? Киллджой. Если не считать следующего, то 3. Круто! Давай следующего! Сэр, это Мизулина. Она... А ну стоять! Бля, я не знаю! Что? Мизулина? Она пыталась проскочить в лай! Простите. Давайте без этих шуток, а то она обидится. Эта сука пыталась обманить много охранников в лай! Как в случае с одним человеком. В надежде, что один из них откроет ей дверь! Почему она вообще в списке? Похоже, что она друг Аластера.
Но тут слово «друг» в кавычках. Мне похуй, от этой суки одни проблемы. И какой ее рейтинг? Хотел бы я сказать один, но она не такая хуевая, как нефти, поэтому два. Поняла. Надеюсь, ты сохранила лучше напоследок. Так и есть. Последняя из трех мисс Вэлвет. Большая часть людей, наверное, поставили бы в нуле. А, видимо, здесь только Чарли осталось. Видимо, Вэгги здесь не учитывается. Ну, я думаю, ну, по принципу, ладно, понятно. А, да, такой Лук Вокса. И его бизнес-партнер. Она ведет себя как последняя сука, очень уверенная в себе. Также она создатель всех приложений, неплохо, чатов и телефонов. А, так она сделала все приложения. Вот это список, да? Неплохой довольно-таки. Положение для знакомств и потрохусок. Это плюс. Она владеет несколькими модельными агентствами и одна из сильнейших оверлордов Адам. А, так это умная больная сука, деньгами твердая. Пока она в силе себя особо не проявила. Но, возможно, в втором сезоне проявит, если тройка Ви будут главными злодеями в втором сезоне. Э8. Я бы тоже поставила E8. Она колотковаза для десятки. Ну и Камила лучше выглядит. У нас остались только два поставки. Люд бы даже выше себя бы... Выше собой себя бы поставила бы. Средних Чарли и Леги. Давай с этим... А, то есть в одном месте прям, да? Покончим, я голоден. Я бы тоже перекусила. Начнем с вами. Блин, я тоже, ну ё-моё. Гины. То есть воткнись, я думаю. Давай быстрее, сука. Окей, ладно. Она холодный солдат. Лучший сон у меня был. Настойчиво. И у неё доброе сердце. Блин, может мне тоже тирлист создать? Я уже делал в своё время тирлист. Только по песне Мотеля Хазбин. Может мне такое же по персонажам сделать? Или по вайфу? Я подумаю. Не забудьте, сэр, она нас предала, не следовала приказам и помогла исчадьям ада усыпить нескольких наших лучших солдат. Еще прошу учесть, что она одноглазая. Точно, но она сломала твою задницу в соло дуэль. Ну что поддержка, когда выбираешь вилку, то только два варианта есть. Она решила выбрать... Соответствующий вариант. Ты чё, охуел? И? Она тебя не убила? Она посидела тебя, чтобы поиграть на твоем самолюбии. Это очень сучий ход. Всеми да. Учени. Я тебя, сука, ненавижу. Говоря, не навести, давай поговорим о Чарли. Не пойми неправильно, она хорошая попа. Вербал Эйс десятку поставил бы. Пачка, очень милая и добрая. Она очень сильно защищает своих друзей, и это можно уважать. Говоря честно, вся эта доброта уже заебывает. Доброта, позитив. Она просто слишком добрая, наивная простушка. Так что не дам ничего высосать. Не хочу никого обидеть, но это стереотипная добрая девочка. Ну, мне-то ты, ладно, не обидел, но Варбалейца? Я бы тоже сказал. Ну или Алластера, возможно. А что 6 это лучшая оценка. И, кстати, об оценках мы все. Да, учитывая, что тебе тоже поставили 6, да, это действительно лучшая оценка. Ты хочешь? О, да. Погнали! Адам, стой. Чё? Надо закончить видео. Вокс попросил, помнишь? А, блядь, точно! Спасибо, что напомнила. Спасибо всем, кто досмотрел это видео. Какого хрена вас Вокс о чем-то просит? Подписывайтесь на канал. Также спасибо. Уже подписан давно. Донаты на Патреоне. Это очень сильно помогает. Ну чё, пошли? Да, у меня на Бусти очень сильно помогает, если вы подписываетесь туда, и можете бесплатно, можете и платно. Будете, если платно подпишетесь, то будете указаны в каждом видео, на стримах и на шапке канала, если что. Да. И пойдемте, сэр. Я в доту. Классно. В доту так в доту, окей. Ну, в принципе, прикольное видео. Все, когда оно вышло? В июне. Под конец июня. Давненько, да. Ну, прикольно. И, конечно, у Икарса есть прикольные видео, но это тоже ничего такое. Опять-таки, у меня тоже теперь появилась идея по поводу тирлиста. Как, ну, пишите свои мысли по поводу этого в комментариях. Делать ли мне что-то подобное? Реально, на любые, на самом деле, тему. На тему вайфу. Из любого фандома, хотя может так сделать. Хоть с Хазбином, хоть вообще совсем. Вообще, может сразу сделать мне тирлист на тему у вайфу или тех персонажей, которые мне нравятся, сразу со всех фандомов, в которых я состою. Ну, в основных. Это, ну, на моем канале это Хазбин и Адский Босс, соответственно, Транскарт. Какие там вайфу могут быть, я даже не знаю, на самом деле. Соник и Эндертейл с Дельтаруном. Во! Во! Идея! Пишите, что думаете по этому поводу в комментариях, опять-таки. Ну ладно. Ставьте лайки, делайте какие-то реакции, подписывайтесь на мой канал, не забудьте прожимать на колокольчик, чтобы приходили уведомления о стримах и видео в будущем. Ссылочка на оригинал, на Савик Тим, на мой телеграм-канал и Бусти обязательно подписывайтесь, чтобы, если что, если YouTube все-таки заблокирует, до сих пор непонятно,
заблокируют его или нет, но в любом случае, на всякий случай, подпишитесь, чтобы там смотреть видео. Ну и на телеграм-канал там выходят всякие разные новости, прикольчики и многое другое. Всем здоровья и, конечно же, мира. Всем пока-пока!